А, проверил. Кайф. Ты так быстро убегаешь. Прям носится, как угорелый. Тут еще какой-то, блядь, чувак перебежал. А, вон он, нифига себе. Hey Lil, what's wrong with you? Это ведь не он же, правильно? Или он же? Нет, не он же. Мой, ах ты мразь! А чё это вы... Чё ты его не убивал? Я не понял. Наблюдатель сраный. Вы серьезно, господа? Ну, господа! Ну, мальчишечки! Мальчишечки! Ну зачем вы так играете? Ну пожалуйста, ну не играйте так. Ну пожалуйста, я вас прошу. Ну это же неинтересно, божечки. Ну вы же купируете себе. Вы купируете себе удовольствие от игры, когда так играете. Ну что вы, ну как так можно? Ну это как письку себе меньше сделать. Вот когда ты играешь в эту игру, играешь вот так вот, когда ты лежишь в кусту, это как сделать себе меньше письку. А потом говорить, блин, чё у меня писька такая маленькая. Без клипов, блядь. Суки. Эй, блядь. Типа, нельзя так играть. Ну, надо играть вот так вот.
Надо бегать, надо прыгать. Ну что это за засады, типа, серьезно. Ладно. А, скоро, кстати, я посмотрел, там вот как раз-таки для любителей вот таких засад будет этот... от создателей Армы, третий Дейзи, вот эти вот ребята, которые делают самые баганые игры, они выпустят Battle Royale, где даже крафт будет, и где вот как раз-таки надо будет вот так играть по-крысиному жестко. Потому что, ну, судя по тому, что было в Арме и в Дейзи, как бы оружие там, ты стреляешь в прицел, а оно стреляет куда угодно, только никуда надо. Вот, и там надо будет крысить. Вот я надеюсь, что такие ребята пойдут туда играть. В ту самую игру. И будет им счастье. Они будут просто пищать от радости. Уху, нам сделали такую игру, где мы можем сидеть на жопе фулл-тайм и все, и кайфовать. Вот. Бля, зачем я выстрелил? Тут бы максимально тупо спалиться. О, Витя бежит. Витян, стой. Бегает тут что-то туда-сюда. Чё тут бегаешь? Дядя. О, ничего себе. Ой. Извини, многоуважаемый, не мог бы ты пойти нафиг? Нафиг. Не мог бы пойти? Все, ты пострелял? Я просто в другую сторону побегу. Типа, нахер ты меня спугнул? Надо было стрелять, когда я был бы на открытом пространстве, а не так. Что за бестолковый, ну? А так ты меня не убьешь, я просто убегу в другую сторону, иду себе тачку и уеду. А. Ну или просто тупо пешком. Построю я еще. У меня почему-то ошибка, не удалось найти этот клип. Здорово, Алекс.
Не, у меня все равно ошиб. Бля, а что мне с памят клипом? Я не знаю, ребят, у вас, наверное... Короче, если сейчас еще один клип появится, подобный, что-то вы слишком переигрываете. 24 часа мута даю. 24 часа мута даю, если сейчас опять спам пойдет клипа этого. А так как я не вижу какой клип, поэтому в ближайшее время спам любого клипа, это 24 часа мута. Я так понимаю, некоторые меня не поняли, да? Ладно, намордники на 24 часа я могу натянуть, типа, без проблем. Посидите, отдохните. Как бы, ну... Окей. Чик. Хочу напомнить про хил. Спасибо большое. Спасибо, я вспомнил. Привет, Дмитрий, здорово. В смысле, а кто замутил? Я вообще не вижу, кто замутил человека, который сказал: лечись, мак, а то сейчас умрешь. Типа, что за хрень? А, я понял, Висфор. Привет, пати катки будут? Ну, я думал с глины раскатать. Глина, видимо, задерживается. Блин, слушайте, мне надоело бежать. Ну, такая унылая катка, тачек нету. Действительно, очень унылая катка. Не нравится мне такое. Привет, Мак, почему склад, с которыми ты обычно играешь, зовется глина? Ну, потому что провозгласили себя так. Пока чат... А, кстати, Черри. Блин, слушай, ты у меня спрашивал же про это, про вязаные вещи. Сори, извини, я как-то мельком прочитал, на что-то собирался ответить и... Ну, собирался ответить и забыл, потому что мне что-то другое помешало. То ли в игре что-то случилось. Сейчас тебя увидел, вспомнил.
Поносил бы я вязаные вещи. Да я вообще все вещи, которые у меня есть, в принципе, ношу. Ну, когда как. Когда там пойти куда-то, как бы это... Как бы... Какие дела? Ну блин. Ах ты, да ты серьезно? У него бандажей жесткий какой парень. Сейчас завыебываешься там. Блядь, что за гусь, а, вонючий? Он вообще не пикает, пока я в тачку не сяду. Ну просто вот, просто я не знаю, что ему сказать. Ты играешь как говно, просто, чувак. Поменьше бы таких, как ты. Просто ноль уважения. Ну что такое? Ну блин, серьезно. Я, конечно, понимаю, что эта игра, она, собственно, дает очень много вариативности. Ты можешь играть там, прячась, можешь не прятаться. Но серьезно, вот так вот. Он сидит и прям в наглую на меня пялится в наглую, сука, на меня пыжится. И ждет, когда я сяду в тачку, чтобы высунуться и начать в меня стрелять. В наглую. Просто. И он даже не собирается ничего предпринимать, пока я не сяду в тачку. Потому что это опасно, я же могу дать сдачи. Ну. Это мерзко. Вот он прям нагло стоит и пыжится. Вот и пыжится прям. Это как, я не знаю, как заходишь ты такой домой, а у тебя кот сыт тебе на одеяло и на тебя смотрит при этом. И ты смотришь на него, а эта сука не убегает. Она пыжится, на тебя смотрит и дальше продолжает это делать. И ты такой, типа, вот это наглость. И вот этот чувак, он такой же наглый. Он продолжает тупо на меня смотреть через стену и сидеть и улыбаться. Типа. Это наглость. Это как бы вообще наглость.
случайно сюда заехал. А здесь Гуля труп лутает. Как бы, ну, найс. Найс получилось. Теперь я черный плащ. Черный плащ. Только свистни, он появится. Черный плащ. Ну-ка, от винта. Черный плащ. Победитель темных сил. Черный плащ. Блять, он дернулся. Блять, раньше я таких не отпускал. А есть прицел какой-нибудь, чтобы его выбить? Это я, походу, подразучился стрелять с кар немножечко. Это самое логичное, что ты можешь сделать, это лечь. Это просто вышка.
Просто вышка, это надо было лечь. Лечь, понимаете? Лечь. Короче, мне надоело. Я что-то разучился просто играть. Ну, звук М24 глушаком. Или туда. Ау, ау, ау. Больно попал. Прям в голову, если кто-то не понял. Боже, что происходит? Почему они какие-то вообще хлебушки? Ой. А? Кинул гранатку, макатая! Это все просто компенсация за ту самую каточку, которая у меня сорвалась. Она тоже должна была быть где-то вот такой вот, 18-киловой, но сорвалась и на равновесие! Что-то там в конце вообще прям... Геликс Аугом взбесился.